Здравствуйте, мои замечательные зрители! Сегодня я готовлю оладьи на кислом молоке или на кефире. Вот у меня было молоко прокисшее. Для приготовления этих оладий нам потребуется на 300 грамм муки, пшеничной муки, пол-литра кислого молока, кефира, вот все, что у вас есть, все подойдет. 2 яйца, 4 столовые ложки сахара, пол чайной ложки соды, ванилин на кончике ножа, либо пол чайной ложки ванильного сахара и 2 чайные ложки разрыхлителя. То есть вот такой пакетик 10 грамм. Ну и также щепотка соли. Прежде всего смешиваем, взбиваем яйца с сахаром. Все вместе, не разделяя белки от желтков, не отделяя, разбили. К 2 яйцам отправляю 4 столовые ложки сахара и на кончике ножа буквально щепотку ванилина. Также пол чайной ложки соли. И пол-литра кислого молока. Теперь все это вымешиваю. Либо вручную, либо миксером. Либо можно даже не венчиком, а ложкой вымешать. Все вымешиваю до горячего состояния, чуть-чуть не доводя до кипения. Ну вот, кефир разогрет до температуры. Вот не знаю, видно, не видно, идет пар до температуры 80 градусов. И я сюда отправляю муку. С 2 ложками разрыхлителя и 1/2 чайной ложки соды. Все это я просеиваю и быстро перемешиваю. И тем временем ставлю разогревать сковородку с маслом, чтобы выпекать оладьи. Огонь чуть выше среднего. Сода не гашеная. Вот и теперь выкладываем на разогретую сковородку. И вот буквально за несколько минут можно приготовить вот такие пышные и вкусные оладьи. Очень ароматные. Подавать можно, конечно, и со сметаной, и с вареньем. Ну вот, такие пышные оладьи получаются вот с такими дырочками. Подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока.